Я вас по-человечески прекрасно понимаю. Дэн, готов? Но у вас нет на Дениса никаких прав. Иди, пожалуйста, не оборачивайся, не отставайте. Я очень прошу. Вы от него отказались. Это теперь наш дом. Проходи. Это твоя комната. Да ладно. Это моя комната! Теперь я буду решать твои проблемы. А как ты будешь их решать? Ну что ты как? Живой, здоровый? Бля, офигенно все прошло. Вообще все четко сделал. Теперь у нас все будет как надо. Суд удаляется для вынесения постановления. Ваша честь, это инсценировка! Что вы делаете? Перестаньте! Я имею право дать показания! За что? Ты вообще понял, куда ты попал? Это мой дом! Ты здесь, костёр! Если приказано прыгнуть, значит нужно прыгнуть и сделать повреждение, это ясно! Не приходи сюда больше никогда.